Меры пожарной безопасности в дни празднования новогодних и рождественских праздников будут усилены. Соответствующее распоряжение подписал глава госадминистрации Роман Иванченко. За пожарную безопасность во время проведения развлекательного мероприятия несет ответственность руководитель учреждения, в котором оно организуется. Тот должен своим приказом назначить ответственных лиц за выполнение мер пожарной безопасности. Они должны пройти соответствующий инструктаж. Об этом в специальном журнале делается пометка. Организация массовых праздничных мероприятий возможна лишь в помещениях, в которых есть два и более эвакуационных выхода. Двери должны легко открываться, а окна быть без решеток. Установка елки, организация иллюминации и украшения зала также должно отвечать правилам пожарной безопасности. Обязательно наличие огнетушителей марки ОП-10, не менее 2 штук. Максимально допустимое количество людей рассчитывается из площади 0,75 квадратных метров на одного человека. Категорически нельзя использовать в помещении даже безобидные бенгальские огни, не говоря уж о салютах и фейерверках.